7 ноября открылась выставка «Магический квадрат», соединившая 4 авторов – Катерина Крестова, Дмитрий Стрелков, Виталий Котиков, Ольга Зелинская. Их работа известна не только в России, но и за рубежом. И нам очень приятно, что мы можем представить этих художников в нашей галерее и в нашем городе. Работы этих художников заглядывают за символическую грань человеческого воображения и делают каждого зрителя соавтором. Творчество не может существовать только в мастерской художника. Работы начинают жить, когда находят своего зрителя. Мы всех приглашаем на эту замечательную выставку, где каждый найдет что-то для себя интересное. Вернисаж, как видите, он собрал 4 авторов, которые заглядывают за такую символическую грань человеческого воображения. Современное искусство вызывает очень много вопросов, связанных с тем, насколько оправдана современная форма выражения, насколько оправдана современная форма искажения привычных нам образов, насколько оправдано абстрактное искусство. Самое главное, что есть в абстрактном искусстве, вот чувство гармонии. И успешный абстракционист – это абстракционист вот с этим даром, тождественным дару абсолютного слуха в музыке. О творчестве в первую очередь, все-таки должны говорить непосредственно произведение художника. Когда меня спрашивают, а что здесь изображено? Я говорю, что здесь изображено некое внутреннее течение жизни. А найти некие атрибуты реалистические уже внутри этой жизни – это право каждого зрителя. Задача абстракции – это пробудить в зрителе возможность стать соавтором, сотворцом художника. Картины не смогут, а художник может сказать спасибо и организаторам этой прекрасной выставки, вот, и всем зрителям, которые пришли, и неравнодушными глазами, я надеюсь, будут смотреть на наши картины, вот, и будем надеяться получать какие-то приятные эмоции от того, что мы делаем. Спасибо. Очень хрупкий, очень воздушный, который может рассыпаться. Посмотрите, насколько хрупкие работы, как и мечта, как и фантазия, как и сон. И вот именно Катерине удалось передать именно этот эффект иллюзорности образа, его хрупкости, его воздушности. Говорят, что глаза – это зеркало души. И вот в моих работах глаза – это не просто зеркало души, они показывают струны души, их напряжение. Шла я от гобелена, от того, как изготавливается гобелен. Натягиваются нити на основу, и если немного с ними поиграть, где-то сблизить друг с другом, где-то отдалить, то получается объемное изображение. Понад лесом распростерлась даль. Кто танцевать умеет? Снега завесой разогнала печаль. А в груди дорога, и дойти до Бога мне по ней не трудно, шаг другой. В радужных барханах снег искрится, ва-ва-ва, и тепло в карманах, и в душе синица, и синица пляшет, и душою машет. Ей не спать, не трудно, радуется. Тема войны, тема историческая, а и тема внутренняя. Ну, война не только внешняя война, но и война с какими-то собственными внутренними страхами, демонами. Вот именно это я вкладываю. И эта тема, как я ее называю, лесная, это мифы, это легенды, это дань творчеству американскому поэту Уолту Уитмену. Все мы состоим из тех же самых атомов, что и природа, что и космос.
каждой работе, в каждом художнике есть что-то магическое, что-то непонятное. Я думаю, что иногда и сами художники не понимают, что ими движет и для чего, ради чего они сделаны. Наверное, зритель в этом плане должен увидеть что-то, может быть, даже большее, может быть, даже что-то подсказать нам, что они видят. Я пишу исключительно по ночам, после 12 ночи и до утра. Это моя молитва, это моя мантра. Предметы моих картин, вот, это элементали, стихии, королевы. Мне очень нравится их украшать. Я люблю какие-то локальные цвета, красивые, яркие, позитивные. Ну, пытаюсь нести какую-то радость в мир. Вероятнее всего, уходя в полную созерцательность, ну, внутреннюю, через внутреннюю Ольги, Ольги нет какой-то программы передать послание через голый символ. Искусство нельзя расчленить. Что вы? Когда его начинают расчленять по детально, по концепциям, оно рушится. Мы воспринимаем его вот таким, каково оно есть. Я хотела высказать огромную благодарность сотрудницам галереи «Мост», которые нам предоставили такую замечательную возможность показать свое творчество, свои картины. Надеемся, что они будут оценены зрителями, которые будут сюда приходить и наслаждаться, и мы кому-то поднимем настроение. Идут тенденции к тому, что современное искусство дегенеративно, упадничество, вымирающее. То есть искусство, все, оно достигло своих пределов. Пример того, что современное искусство не умирает, а имеет мощнейший потенциал, имеет традицию, которая вот непосредственно в этом зале мы можем это наблюдать. Эта выставка связана с людьми, которые здесь работают. Изначально, попадая в эту атмосферу, здесь чувствуешь себя очень свободно, очень творчески, не знаю, потрясающе. На этом вернисаже чудном искусство планка высока. Двух мастеров назвать нетрудно, фамилии двоих на «ка». Крестова Катя, право слова, не хватит для восторга слов. Ведь стиля творчества такого не видел много я годков. Лишь нитки, дерево и гвозди, а получаются тела прекрасные. Узреть сегодня таких и в классике нельзя. И рядом котиков, Виталий. Здесь философия и миф. Зверей портреты поражают, японцев мир богат и лих.